Made in China. Одежду и обувь с таким лейблом казахстанцы покупают уже давно. Мы привыкли к тому, что даже известные мировые бренды зачастую пользуются услугами китайских партнеров. Но неужели мы сами не можем производить товары народного потребления? Эксперты говорят о барьерах для предпринимателей, которые существуют в Казахстане. Притом это не только законодательные издержки, но и отсутствие культа предпринимательства как такового. Многочисленные проверки и бюрократическая волокита. С этими и другими преградами приходится сталкиваться частным предпринимателям в Казахстане. Тем временем сектор МСБ остается опорой экономического развития любого государства. Ведь помимо дополнительных налоговых отчислений, частный бизнес открывает новые рабочие места. Такая занятость особенно актуальна в селах. Во-первых, я считаю, что уровень развития бизнеса в первую очередь зависит от так называемого платежеспособного спроса, когда население Казахстана имеет желание и финансовую возможность купить товары и услуги, которые предлагает малый и средний бизнес. Тимур Сабитов, президент Казахстанской федерации маркетинга, рекламы и пиар. Казахстан на сегодняшний день является развивающейся страной, то есть наша экономика только развивается. Мы еще не догнали более развитые страны, европейские страны или тем более США. Поэтому я считаю, что развитие малого и среднего бизнеса будет происходить более эволюционно. Между тем, эксперты констатируют, стартапы сегодня выгодное вложение. А вкладывать в стартапы, я считаю, сейчас это очень выгодно. Константин Горожанкин, генеральный менеджер процессинг KZ. Куда еще может вкладывать в Казахстане человек, у которого есть там 200-300 тысяч долларов? Валюта сейчас ведет себя очень непонятно как, и там много не заработаешь. Вложить деньги в банк, ставка по проценту, она очень близка к инфляции. Опять же, ты просто постепенно будешь только тихонечко терять свои деньги. Вкладывать недвижимость. Недвижимость у нас 2 года уже стоит, и по большому счету неинтересно. Сегодня в Казахстане 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В этом секторе экономики заняты почти 2,5 миллиона казахстанцев. Эти цифры доказывают, сектор МСБ требует особого внимания. Предприниматели жалуются, бумажная волокита не только тормозит развитие уже существующего бизнеса, но и снижает привлекательность открытия собственного дела. Государством предусмотрено сокращение числа разрешительных документов на треть, но на практике это пока не приносит результата. В европейских странах в среднем 10-12 видов деятельности подлежат лицензированию. В Казахстане таковых более 300. Бюрократия чиновников, которые не понимают, что от уровня развития бизнеса зависит вся экономика страны. В свою очередь, зарплата этих же чиновников. Естественно, что чем выше развитие страны, тем больше получают служащие, госслужащие. Поэтому чиновники, по моему мнению, должны наоборот помогать развивать малый и средний бизнес, понимая, что в будущем именно они будут платить ему зарплату. Большинство бизнесменов продолжают жаловаться на несанкционированные рейды. Например, за 9 месяцев прошлого года Генеральная прокуратура инициировала 140 тысяч проверок, большинство из которых по анонимным наводкам. Ну, тут я вижу две возможности. С одной стороны, действительно, для начинающего бизнеса, стартапа так называемого, я бы мог предложить действительно введение льготных налоговых условий. Потому что на начальном этапе бизнеса, конечно, очень тяжело нести налоговое бремя. Второе, что я мог бы порекомендовать, вот именно обучать будущих бизнесменов, вложить больше средств и усилий именно в обучение будущих бизнесменов правильному ведению бизнеса. Открыть свой бизнес с радостью, но где взять деньги? Как говорит большинство наших соотечественников, банковские кредиты могут стать хорошим подспорьем. Но и здесь есть свои подводные камни. В бизнес-идеи, даже хорошие, вкладывать не принято. Если же говорить об наших, скажем так, инвесторах, да, которые, в принципе, появляются на казахстанском рынке, то, опять же, у инвесторов есть риски. Он понимает, что перед ним сидит какой-то молодой человек с горящим взглядом, у него есть какая-то идея, но чтобы в него поверить, нужно нечто большее, да? Нужна некая химия. Он должен быть уверен в этой идее, он должен увидеть этот бизнес-план, он должен верить этим ребятам, он посмотрит на их историю, на их образование, на сущность этой идеи, и после этого он может дать деньги. Отношения с местными банками – это как бег с препятствиями, говорят предприниматели. Кредиты сегодня малодоступны. Это связано с высокими процентными ставками, сложной процедурой оформления и выдачи займа. Банки вообще не вкладывают какие-то стартапы, им обязательно нужен залог в виде земли, недвижимости или денег, да, потому что
Ну, банк – это такая консервативная организация, которая только верит каким-то существенным вещам. Сама идея часто не жизнеспособна. Идей, на самом деле, очень много. Грамотных, хороших идей. Но с точки зрения воплощения это в реальный бизнес, тут возникают проблемы. То есть, я видел много бизнес-планов, которые бизнесмены дают те же самые финансовые учреждения в банке. И на самом деле этот бизнес-план часто написан формально. Поддержка малого и среднего предпринимательства в развитых странах зачастую происходит за счет государства. Например, правительство Японии приняло ряд мер по развитию франчайзинга, предоставлению госзаказов малому бизнесу, содействию его экспортной деятельности. Действует также льготное налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса. В Японии около 6,5 миллионов частных предприятий. Доля МСБ составляет 99% от их общего числа. В малом и среднем бизнесе занято почти 80% всего работоспособного населения страны, которое составляет около 60 миллионов человек. В США существует администрация малого и среднего бизнеса. Она помогает начинающим компаниям получить кредиты. Условия привлекательны. Займ выдается на 25 лет со ставкой не более 3% годовых. Необходимость снижения административных барьеров в Казахстане осознали уже давно. А после волны мирового экономического кризиса наметились и четкие действия. Сначала создали специальную комиссию по улучшению бизнес-климата для МСБ, а затем и внесли ряд поправок в нормативные документы. Эффективность мер высоко оценили и на мировой арене. По оценке Всемирного банка и Международной финансовой корпорации IFC, в 2010 году Казахстан стал лидером в рыночных реформах в сфере предпринимательства среди 183 стран мира. Тогда республика заняла 59-е место, улучшив свои показатели за год на 15 позиций. В прошлом году Казахстан оказался на 50-й строчке. Также предлагается обеспечить конкурентоспособность наименее доступных для частных предпринимателей в нефтегазовом и промышленном секторах. Здесь речь идет о развитии сервисной индустрии и о разработках программного обеспечения. В результате этого мы не только просто хотим добыть эту нефть и продать ее, и получить налоги. Кайрат Керембетов, председатель Национального банка Республики Казахстан. Мы хотели бы получить те компетенции и навыки населения, которые бы позволяли нам в дальнейшем, когда нефть там, она неизбежно там будет заканчиваться в какой-то долгосрочной перспективе, казахстанский народ он мог уже создавать другие сектора экономики. В Казахстане уже много лет успешно реализуются государственные программы помощи бизнесменам. Все, что необходимо для участия в них, это доказать эффективность и надежность своего дела. В регионах открыты центры поддержки предпринимательства, а для решения сложных проблем уже создан общественный совет с участием депутатов, парламента и надзорных органов. Есть же много государственных программ по развитию малого и среднего бизнеса. Большинство этих программ, насколько я знаю, нацелены на обучение будущих бизнесменов или действующих бизнесменов правила ведения бизнеса. Президент поставил задачу, чтобы малый и средний бизнес, его доля в ВВП в 2050 году была свыше 50%, сегодня на уровне 20%. Мы считаем, что малый и средний бизнес – это тот тоже драйвер и двигатель, и такой, скажем, основной форпост устойчивости финансовой системы. Это тот сектор, который мы будем развивать, ну и это важная задача, не зря глава государства ее в своем послании. В этом году Казахстан выходит на финишную прямую вступления в ВТО. Вот тут нашим предпринимателям действительно придется побороться за место под солнцем. Придут новые конкуренты. Благо, членство в таможенном союзе уже указало, над чем работать. Государство давно осознало необходимость реформ и даже меры предприняло. Главное – не снижать темпы.